Что-то в Сталкер захотелось поиграть. Зов Припяти. В ночь на 26 апреля 1986 года реактор 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва. Подхваченная ветром радиоактивная пыль частично выпала на территории СССР, оставила очаги излучения в Европе и даже достигла берегов Америки. Последствия аварии оказались настолько серьезными, что правительство Советского Союза было вынуждено провести срочную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Зараженные территории в радиусе 30 километров от станции превратились в строго охраняемую зону полного отчуждения. После возведения железобетонного саркофага над разрушенным энергоблоком эксплуатация ЧС возобновилась. Доступность мощного источника энергии и отсутствие населения позволили создать на закрытой территории комплекс секретных лабораторий. 10 июня 2006 года зона внезапно осветилась нестерпимым светом. На несколько мгновений наступила полная тишина, и было видно, как в небе испаряются облака. Потом пришел страшный грохот, содрогнулась земля. Большинство военнослужащих, охранявших периметр, мгновенно погибли. 2007 год. Ученые до сих пор не могут дать внятных объяснений случившемуся. Экспедиции неизменно заканчиваются трагедией, редкие уцелевшие рассказывают о животных-мутантах, обладающих поразительными способностями. 2009 год. На территории зоны отчуждения по разным оценкам присутствует от 1 до 300 неучтенных лиц. Эти люди называют себя сталкерами и занимаются в основном поиском так называемых артефактов, аномальных образований, за которые можно выручить солидные деньги. 2010 год. Несмотря на расположенные по периметру кордоны, сталкерство приобретает все больший размах. Но исследованы только окраины зоны. Попытки проникнуть к ее центру заканчиваются неудачей. В 2012 году сталкер по прозвищу Стрелок разгадал загадку выжигателя мозгов, мощного излучателя, способного разрушить разум человека, и отключил его. После этого сталкеры массово ринулись к центру зоны. Одни искали легендарный клондайк артефактов, другие — не менее легендарный исполнитель желаний. В изменившихся условиях Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о немедленном проведении спецоперации «Фарватер». Ориентируясь по заранее составленным картам аномальных полей, десятки военных вертолетов с десантом на борту взяли курс на ЧС. Несмотря на тщательную подготовку, операция завершилась провалом. Ни одна из машин на базу не вернулась. Для выяснения причин провала операции в зону направлен сотрудник СБУ майор Дегтярев, в прошлом опытный сталкер. С двухнедельным запасом провизии, автоматом и рацией для связи с центром он начинает свой путь вглубь зоны. Ну и просто для прикола. Двухнедельный запас провизии. Это полкилограмма колбасы, да? 300 грамм, 600 грамм там с консервы. И 400 грамм хлеба? Как это может быть недельным запасом? Это вообще жесть. Yeah.
Слушаю тебя. Так, ну лагерь. Какой-то мой, ага, мужик там с собакой. Привет, брат! Thank you.
Что-то не работает. Хабара никакого нету. Где? Я же в Тень Чернобыля играл, там хабар надо было искать. Сейчас побазарим с кем-нибудь. Сталкером. Там по-любому какой-то хабар есть. Слышишь, тут это? У султана, короче, разговорки есть. Ты что, заболел, что ли? Ну, О. Аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем не хотят думать, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. Здравствуй, сталкер. Ты чё орёшь? Это проводник. Thank you.
Сталкеры, внимание! Идет выброс. Повторяю, идет выброс. Советую всем срочно подыскать укрытие. 3000, офигеть. Товарищ, а, глухарь. Ну, удачи тебе. Короче, разговорки есть. Если тебе перетереть, что надо, вон пахан. И кто же так нам колеса катит?
Вот ты будешь за три квартала со мной расходиться, блядь. Живы будем. Пересечемся. Как говорится, добро пожаловать на борт на... Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. Личный хабар. Техник. Ну как, узнал что-нибудь о Сороке? Да где не спрашивал, все до задницы. Вообще никаких слухов, будто и не было его никогда. Эта скотина еще пожалеет, что сбежала. Ничего, потерпи. Доктор сказал, уже через пару дней бегать сможешь. Пока давай отлеживайся, сил набирайся. Пригодятся. Эй, сталкер, к тебе вопрос есть. Че надо? Я тут, видишь, аптечку пошел взять. Что там? Ранение, облучился? Да нет. Аптечки у тебя три. Чё, есть еще что? Да-да, прощай, прощай. Ну что, есть что-то новое? Чего? 2000? Охереть, они дорогие.
хватит. Давай, давай, не задерживайся. Ты заткнись ты. Надо пойти кому-то накидать. Ну, привет. Так, ну, по-моему, заказывать можно стволы там. Ну, пойти на снаряд сходить. Ну, это недалеко. Два жмурика нарисовалось. Выброс, значит, ребятки. Пустые. Другое дело. Щелкнуть его, что ли?
Крутой, да? Убери волыну! Теперь я крутой. Сколько их раз. Thank you.
целебный. Гонит гуся, да? Чеши, чеши! Еще отольется! Чеши! Еще отольется тебе за такое. Yeah.
Спасибо, дружище. Ну ты выдал. Здравствуй. Как говорится, добро пожаловать на борт нашего болотного ледокола. Дай хабар. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Внимание, анекдот. Доктор слушает сталкера, пришедшего на прием, и приговаривает: «Хорошо, хорошо, хорошо». «Доктор, а что хорошо-то?» – спрашивает сталкер. «Хорошо, что не у меня». «Класс!» Эх, не тот уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать пора? Так, для начала с чего стрелять? Это эти патроны требуют. Патроны, зараза, дорогие, жесть. Это зато с прицелом. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай, нет, проваливай.
Иди, иди, нечего тебе тут делать. Здорово. Косарь, дома. Где эти мужики-то? Только не сейчас. Слушаю. Да, прощай. Бля, куда девать все это? Мне патроны надо продать. Сердцем.
Кончай уже, Рихтер. Никого.